Приветствую, дамы и господа. Сегодняшнее видео будет такая немецкая бритовка. Называется она Мандлер Золенгенвальд. Золенгенвальд через дефис. Фрам 89-я модель. Ой, блин, вот так вот. Теперь поехали поближе. Где свет? Значит, так. Фрам 89-я или 69-я? 89-я вроде бы, да? Модель. А с этой стороны вот так вот написано. Золенгенвальд. Сейчас я поближе попробую показать. Как наше освещение нормально. Мандлер Золенгенвальд. Восемьдесят девятая модель Фрам. Такая себе лопатка в улыбочку. Такая себе лопатка в улыбочку выточенная. Бритва приятная. Единственное, что сама вот эта фиговина, ручка болтается. Ее надо или подстукнуть, или что. Тут что-то с заклепкой было непонятное. Но в целом я занимаюсь только заточкой. Реставрацией я, увы, не занимаюсь. Поэтому я еще этой бритвой буду бриться. А пока отчет номер раз. Режем волос. Да, режем. Бритовка выточилась очень приятненько. Тыц. Ну, давайте подальше от пальцев. Ага. Ну, значит, будем нарезать 10-миллиметровые эти. Так, носик. Только прикоснулась и отвалилась. Пятка. Только прикоснулась и отвалилась. Попробовал. Первый раз работал на Арканзасе с алиновой кислотой. Очень это все дело мне понравилось. Вот сверху попробуем подальше взять. А волос видно, да? Ну, надеюсь, что видно. Та ты шо. Такая приятная лопатка. Приятно выточилась. Наконец-то я катикулу распробовал. Долго я их не мог распробовать. Понимал, что камень толковый. Наконец-то я их распробовал. Вот у меня на префинише был катикул. Давайте вторую волосину. Быстренько почухаем. Тыц. Сверху давайте еще, да? Давайте сверху. Этой бритвой моя пума поехала товарищу, говорит, хочу ж попробовать твою заточку. Поехала к товарищу, причем бритва была выточена не фонтан удачно, то есть не доточена, а у меня уже не было времени ее доточить нормально. Короче говоря, я там что-то пошоркал, волос она же резала, вы видели видео, думаю, ну все. Все должно быть хорошо. У него такие же ощущения. Вот, я списался с Ярославом Ултором, говорю, так и так. Ярослав, что за ерунда? Волос режет, ногтевой тест проходит, а бриться не особо комфортно, такое впечатление, что вот как тупым станком лупишь, вот, что за это? Он говорит, ты понимаешь, бывают такие нюансы, что вот чуть-чуть не доточил, и волос вроде бы режет достаточно, ногтевой тест проходит, доводка достаточно, а
для бритья, вот оказывается, кромка недостаточно. Вернись на прифиниш, пошоркай немножко и снова зафинишируй. Ну вот она приедет, так и сделаю. Пока побреюсь этой бритвой. Вот, у меня еще одна бритва есть. От этого же человека меня попросил две бритвы заточить яхту и... Вот этого. Начал с этого, потому что немцев я... прошу прощения. Люблю больше. Яхту сейчас покажу. Яхту интересно сделали. Значит, кто-то, видимо, ее то ли пытался реставрировать, то ли что. Тоже, кстати, ручка болтается. Резать она будет. В общем, яхта тоже в улыбке. Она уже в улыбке, ее кто-то это. Единственное, что... сведение. Но сейчас я кромку, думаю, покажу. Сейчас я свет выключу, и будет видно, насколько она блестит. То есть, вот это типа кромка, чтобы вы понимали. Вот это у яхты типа кромка. Ну, то есть, вот засвет, наверное, виден хорошо. Не знаю тут сколько, 0,2, 0 сколько, непонятно. Вот. В общем, эту яхту еще буду затачивать. Ну, а пока приедет моя бритва от опытов моего товарища, побреюсь этой. Ладно, всем спасибо за внимание, такой обзорчик был. На самом деле, берите немчиков, даже вот ручка болтается, ее можно, в принципе, поменять заклепку к ребятам, попросить, и будет отличный инструмент. Посмотрите, какая лопата, это на всю жизнь, прекрасная в улыбку выточка, которая будет служить тоже не один десяток лет. Замечательная бритовка. Просто замечательная бритовка. Вот, люблю немцев. Люблю немцев, люблю англичан. Всем спасибо за внимание. До новых увлекательных встреч. Пока-пока.